Хо-хо-хо, сначала получи справку, а потом приходи ко мне больной. Это жестоко. Так, ну-ка, аж интересно стало. Тут, короче, добавились новые штуки какие-то. Они наконец-то доработали. Они наконец-то доработали эту систему. Ну-ка. А справку можно получить у рентген. Что это было? Ну, все нормально. Перелом обеих рук. Спасибо, блин. Сразу после обследования возвращайтесь ко мне за справкой. А чё, сначала обследование не надо было? Ну, башка чуть побаливает. Позагорать на пляже. Прикольно. Угу. Итак, как это работает? Вирусов нет, поздравляю. Окей. Зачем мне бежать, если я могу телепортироваться? Пум. Или же сделать магию монтажа. И мы уже у Саули. Это снова ты? Какие новости? У меня нет вирусов, и справочка имеется. Но здесь написано про переутомление. Это от быстрого бега. Спортом надо заниматься, да. Ну-ка, что? Что? Ну там как бы была Нюша. Савунья, что ты скрываешь? Вообще я искал запрещенный сайт смешариков. X-Land. Сервер X-Land в Шарараме. Когда-то давно он был, но я так понял то, что он исчез. Йозык, привет. Получи аквариум. Ну блин. Чем занимаешься? Любуюсь кактусом. Как же долго вы говорите? Добыть редкие кактусы из дальних стран. В стране роботов. В Египте. В джунглях. На планете Мюра. Ты серьезно, да? Ну поехали, чуль. Окей. Тан-тан-тан-таран-ту-ду-ду. Офигеть, у меня обставленный дом. Я тут не был уже как... Машина. Машина. Моя машина! Ее угнали вместе с гаражом. Ну как так? Чё у нас тут новенького есть? Так. Офигеть новенького, кстати. Погоди-ка. Меня чё, на ё того? На ё жали? Серьезно, меня обманули? Офигеть, так, сейчас. Так, приложение. Вот заходим. Ну-ка. Вы серьезно, тут постер? Так. Сейчас. Дом. Надо проверить. Я вам сейчас такой скандал учиню. Это приложение. Это приложение. Кликни на вертолет и лети в горы. Неплохо. Заполни анкету. Это детская игра. Не понял, заполни анкету. Ты серьезно? Выбери, как к тебе обращаться. Мадам, господин, господин. Разрешите обратиться, сеньорита, сеньор. И все, господин тогда. Сколько дней? Да блин, можно всего лишь 100. Сколько часов ты любишь спать? Ну, примерно так. Слушай, дети не считают, сколько они спят, окей?
Справка. Документ подтверждает, что господин проходимец 9 будет отдыхать 100 дней и спать по 8 часов на курорте в горной стране, пока сохранять его домик будет ежик. Мы уже ждем тебя в горной стране. Да давай. И это ваша горная страна? Если что, это умная гора называется. Шаман, человек снежный. Снежный человек? Ты кто? А, это из первых трейлеров Шарарама. Давай ходить по горам и собирать золото. О, вот это я люблю. Погоди-ка, найди тропу, у которой есть выход, и посчитай, сколько золота. Что творите, черти? Ладно, сейчас будет. 19. Вот такой вот тропой надо идти. Офигеть. Это очень сложно. Для детишек-то. Голос отзывается эхом 6 раз. Посчитай и напиши, сколько раз отзовется голос других морских героев. Я тебе математик на отдыхе? Я ученый или кто вообще тебе такие задачи решать? Так, погоди-ка, 6. Это 3 тогда. 4 минус... 1 минус 3 будет 3. 2 минус 3. Что, блин? Обалдеть! Это никто не решит. Даже я ошибся, офигеть. 40 минут! Изверги, что вы вытворяете? Попробуй все блюда, пара одинаковых тарелок. Окей. Блин, изверги, я не кушал. Я очень хочу есть. Вот. Так, котлеты. Котлеты тут, а? Зелень тут. Ага, мастер. Так, борщ тут. Так, спагетти. Червяки, червяки. Так, салатик. Червяки. Угу. Тебе нужно еще отдохнуть. Я такой отдых, знаете где? Ура, каникулы. Горячий источник станет лучше, если заварить в нем трынь травы. Собери трынь траву. Ну-ка, тут что за тропинка? Не повторяй, рук выполняет профессионал. Выбери правильное движение. Так, вот тут щупальце. Щупальце так, щупальце так. Щупальце так, щупальце так, щупальце так. Щупальце вот так. Угу. Погодите, по 3 горшочка трынь травы. Вырастить через 9 минут, слава богу, через 9. То есть вы хотите, чтобы в эту игру реально заигрывали? Да дыр натирали? Офигеть. Вот, гараж, мою тачку не спёрли. Так. Офигеть, я даже забыл, что у меня есть такие точилы. Ну-ка, давайте, вточил мою крутую, ну-ка, джунгли, Египет, Египет. Так, получи в турфирме. Так, а у меня что, закончились, что ли? Так, джунгли. О, да, виза в джунгли не закончилась, мы сейчас возьмем один кактус. Да, в этой игре есть виза для путешествий. Эх, так и хотят люди, чтобы в это донатили. Потому что ее можно купить только с долбанной шарам картой. А это типа VIP. Кто докажет, что умеет с ним обращаться? Но это не ко мне, у меня все арбузы завязли, которые мы посадили. Синий и красный. О, ну это мы художники знаем, фиолетовый. Отлично. Так, кто тут у нас есть? Жохуч. Хуч, муравей Лео, Леонард, бабочка Беатриция, офигеть, как выговорить это 5-летнему ребенку.
кузнечик Виталик. Мой тезка, здорово! Страдать от моих рук. Чтобы стать одним из нас, попробуй себя в роли кузнечика. Да легко, я в 6 лет такие трюкчи вытворял, что просто обалдейте. Привет. Это весь геймплей, да? Интересно, интересно. Выглядит как Майнкрафт. О! Как кузнечик не расшибся. Понятно? Не умею я кузнечиком быть. Стань одним из нас, говорили они. Это получится. Ты должен ощутить себя единым с природой. А я просто кузнец. А я просто упал. 3 монетки. 3 монетки за 32 балла. Это законно вообще? Так, ну-ка. А, это задача для киберспортсменов. Ничего себе. Так, муравей у меня откуда-то уже есть. Нужен кузнечик 250. Офигеть. Попрыгали, чё. Припрыгали, блин. Давайте тогда гонки. Ну-ка. Сейчас выиграем гоночки вообще. Подрезаем. Игра пытается быть 3D, но продолжает сохранять 2D-стилистику. Блин, это как вообще я в самом... заду прусь. Не-не-не-не-не. Со мной все в порядке, если ж кто спросит. Я просто заглох. Ну же, давай. Дежаву, и just been this place before. Higher was the street. Я даже синего догнать не могу. Что я за гонщик такой? А я вам скажу, угонщик. Ту-ду-ду-ду-ду-ду. Сейчас все будет. Да блин, у меня обычная тачка. Тогда мы возьмем кое-что получше. Ну-ка. Оп. Формула. Заправь свой бак. Ты серьезно? Специальным гоночным топливом? Ага. Ага. Интересно, у вас гоночное топливо. Янтарь напоминает. Так, гонки. Трасса зима. Ну-ка. Сейчас мы Вы серьезно? Обычная машина, когда я выбрал гоночную? Вот нечестно. Обходим. Обходим, 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 обходим. Дурак. Блин. Теперь я в самом заду прусь. Обходим. Чувак, 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 нельзя. Нельзя, чувак. Не протираем, чувак. Блин. Я серьезно лажаю, серьезно лажаю. Ох ты, подло. Зараза. Подрезал меня дважды. Ах ты. Я его всего лишь обогнал, а он подрезал. Скалка, спокойной ночи. Звучит страшно, очень страшно. Вырубай. Так, веернюши. Она его не запатентовала, так что... О, смотрите, за один кристаллик есть повязка. За два.
А кристаллики тут в принципе донатная валюта. Так что ими можно пользоваться и без шарам карты. Сейчас пошопимся. Говорю, пошопимся. Чё всё так дорого? Даже дубинка стоит каких-то там заколдованный страж. Помню, были времена, когда у меня все это было. Йо-йо на 18 уровне. Очки. Вот, шапка от Савуни мне досталась. Ой, блин, я лысый. О, вот он, рыцарь моего ордена. Ну, раз уж такая пошла туса, тогда пойдемте заглянем на тусу. Вальком называется клуб Эшник. Качает. Почему вообще в Шарараме поют на английском? Смешарики — это полностью русская аудитория. Я ни хрена не понимаю то, что он поет. О, здорово, я же мать. Я же мать-блогер. А мы к ней в дом прокрадемся. Ха-ха-ха. Хамелеон. У нее ручной хамелеон. Спасайся, кто может, блин. Пес у нее здесь есть. Да ты посмотри, он за мной следует. Погоди-ка. Это чё? Те самые кактусы, которые... У ежика я собираю. То есть он нам сейчас их задарит обратно. Ах ты ж су... Машедший еж. Давайте посмотрим на ее точилы, пока она дома. Ну-ка. Когда все дома... Оп. Гангнам Стайл. Шикарно, я считаю, отлично. О, здорово. Ты знаешь, мандрагоры хорошо растут, если с ними разговаривать. И поливать не нужно. Раз, два, три, восемь, пять. Да, я считать не умею. Какие шутки? Нет, я серьезно. Какие шутки? Говори, свекла, куда ты дела кровные? Где деньги, свекольный? Редька, ты общипанная. Оу, а тут неплохое пространство, чтобы хранить трупы. Ага, тачка, скованная цепями. Я знал, что тут что-то не так, Крушальский. Ну-ка. Крушальский, обыщи эту тачилу. Предположим, обвинения сняты. И с этой тачки теперь тоже.